Надежда Конденко два раза в неделю приходит на спортивные занятия в комплексный центр социального обслуживания населения в Южном округе Оренбурга. Вместе с такими же активными, как она, выполняет упражнения на тренажерах. Зарядка простая и эффективная. Мне нравится здесь, потому что у нас это индивидуальное время назначено по два человека. Вот. Теперь руководитель хороший у нас, очень такая заинтересована в своей работе. Такого же мнения другие получатели услуг. Сотрудники центра слышат благодарность в свой адрес ежедневно. Представители общественного совета решили убедиться в этом лично. Директор учреждения Галина Джорова провела для них экскурсию. Работая под лозунгом «Навстречу каждому, кто нуждается в помощи», мы, конечно же, стоим на страже качества предоставления социальных услуг. И надеемся, что услуги, которые предоставляем мы, будут востребованы у населения, ну и получат достойную оценку общественного совета. По результатам анкетирования степень удовлетворенности качеством социальных услуг в среднем составляет 91% от общего числа опрошенных. Если прибавить к ним оценку членов общественного совета, показатели повысятся. Мы очень рады, что вот именно город Оренбург – такой мегаполис, столько здесь проблем, столько населения. И достаточно небольшими ведь силами, вот мы сейчас видим, люди организуют вот эту человеческую помощь. И они, конечно, творческие, они инновационные. Увиденное представители общественности обсудили на заседании Совета по независимой оценке качества оказания услуг организациями социального обслуживания области. Министр профильного ведомства Татьяна Самохина выразила проверяющую благодарность за плодотворное сотрудничество. Я считаю, что у нас работа с общественными организациями, она идет по нарастающей. То есть мы набираемся опыта, и они, соответственно, тоже. То есть уже выезжая в наши учреждения, они более глубоко смотрят, более глубоко оценивают качество работы наших служб. За период работы общественного совета проверка прошла в 54 организациях социального обслуживания. В 2016 году процедуру оценки пройдут 20 учреждений.